«Бей своих любимых». Боже, какой добрый фильм. Да. Нормально, засчитано. Идем дальше. Есть варианты у вас? Да ладно. Ну. Молодой человек, ну как не знать-то? Тёма. Стыдается в нашем городе. Ага, то есть я понял, кто тут решал в этой семье. Молодой человек, есть у вас, так сказать, вариант? Ну, подумайте, даю вам пару секунд. Идем дальше. Друзья мои, давайте еще пару вариантов, мы будем подвязывать, будем продолжать нашу шоу-программу. Итак, ваш вариант. Праздник любви. Праздник любви. Засчитано. Дальше, да? Любовь и голуби были, да? Были, да, уже три раза. Но... Самый первый. Я подойду чуть попозже, засчитаем заново. Идем дальше. Еще пару вариантов. Женщина любимая. О! Женщина любимая. Это название песни, я понял. Книжку. Хорошо. Идем дальше. Есть фильм. Какой? Женщина любимая? Да. Серьезно? Да, это сериал. Я поверю на слово. Поверю на слово. Ваш вариант? Умничка. Думай еще. Креативный. Идем дальше. Ребят, давайте буквально последние два фильма и будем подвязывать, да? Турецкий сериал «Аш Мемну» — это «Счастлив от любви». О, вот это первый ответ в тему. Разрешите просто. Пятерочка. Я хватит, она списывается. О, такая есть. Нормально. Итак, ваш вариант. Сегодня... О, божечки, наконец-то я дождался. Так, ваш вариант. «По скриптум я люблю тебя». «По скриптум я люблю тебя», называется фильм. Правильно, засчитано. И последний, финалочка, ну, 3-4. Действительно, это называется, про любовь. Про любовь. Все, друзья мои, на своей мажорной ноте хотелось бы отметить самых активных. А где любовь, правда? А где любовь? А где слово любовь? Как это? А, она ее любит? Нет! Понятно, да. Итак, дорогие друзья, ну что же, хотелось бы отметить самых активных и...